Чего, хлопцы? Приветствую. Военные на месте? Не, я сейчас ходил, кричал, никого нету, даже никто в хате не шевелится. Серьезно? Да, вокруг обошел, все, покричал, нету никого. Внутри движухи тоже. Где-то ходят. О, это что у тебя за ствол такой? Че, тозик, в барыге продается. Понятно. Нету, сам хотел он что-нибудь. Может, что подмутиться, а то хожу вон, как пацаны уже сутенера путают. Кожаным. Да этот Павел, это еще нормально. Че, мы-то так же ходили день назад. Вот у меня штаны такие же, как у тебя. Сам шил ночью. Да, я помню, вчера при мне же ты их шил. Ну. Да. Ну ладно. Блин, ну что делать-то? Где военные-то? Да что спят-то? Ну давай сходим еще поорем. Пойдем. Пойдем. Ну пойдем с вами покричу. Может кто там все-таки... Тоже хочешь покричать? Да, что-то надо как-то хоть один задание какое-то получить, работу взять какую-то. А как тебя хоть звать? Да добрый, вчера же знакомились, пацаны. Да. Ой, я что-то поспал, у меня из головы все повылетало. Да, у меня тут где-то еще эстонец бегает. Ему вообще какой-то скафандр надо. А, вот, точно. Ты же с эстонцем с этим... Да, вчера эстонец. Которого я с евреем перепутал, точно. Да. Он это, короче, ему какой-то скафандр надо, походу. Что-то... Ручку поднимите. Товарищи военные, тук-тук-тук. Хозяева есть кто в хате? Народ. Че, и правда никого что ли нет? Военные! Люди! Товарищи военные, есть кто дома? Мир в хату вашу, есть кто? Товарищи военные? Нету. Да, нету, походу, никого, мужики. Да. Военные! Эй! Ну ладно. Чушь. Так, ладно, пошел я ученого искать тогда нашего. У него вообще беда какая-то. Он, короче, ко всему боится прикасаться. Надо какой-то скафандр ему. Ну вот все, что есть вокруг, всего боится, заразу подхватить. Ему какой-то скафандр. А что он в зону-то пришел? Да, он, короче, что пришел? Он ученый на Земле там, уже все, что можно было, изучил. Сейчас ему вот здесь надо изучить, он хочет. Слышал много. Аномальное, вот это вот всякое. То, что куда нормальные люди не лазят, короче, он туда захотел полезти. Короче, ему надо на бункер. Вот. Как и нам. Да. Вот. А я так получилось, что у меня, короче, преследование уголовное идет там на Земле. А за границу. Так это ты в КПЗ орал, понял. А за границу, короче, меня это... Мы приходили сюда, и ты в КПЗ ты, по-моему, орал. Ну, то, что тебя закрыли, и что-то там выброс еще был. Да. Вот, и, короче, сейчас за границу свалить не получается. Сами знаете, бабки какие надо для этого. А уже по России негде прятаться. Вот решил здесь жизнь новую начать. Ну, тут тоже такое себе место, конечно, но... Ну, лучше, чем нары. Ну, согласен. Товарищи военные! Просыпаемся, народ! Ты поаккуратнее, а то сейчас что-нибудь сделают. Да ладно, спят как это, как сурки. К военным. Добрый день. Привет. Я ходить, искать аномалию. Я кое-что нашел. Ты в черном дыму был? Я не знаю, где я был. Я вот нашел. О, короче, вот эти вот щипцы военные берут за 500. Сразу говорю.
Зачем мне нужны такие щипцы? Я буду проводить эксперимент. А, все, вопросов нет. Но военных нет. Да, военных нет. Я не знаю, мужики сегодня, говорите, навряд ли, да, пойдете к бункеру? Да нет, может быть, соберемся. Сейчас подумаем. Ну, пока надо, здесь потусуемся. Надо, надо вы колеса, да, взяли от этой, от радейки? Да, 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 да. Надо всем купить, кто хочет идти, надо обязательно взять эти блок радиационные таблетки. Я понял. Так не добежим. Вот такие вот. Вот такие вот. Сколько там хватит, не хватит нам хоть упаковки-то? Ну, упаковки, ну, на каждому, одного. Каждому, да, по 20 таблеток надо. Я понял. Ну ладно, мы тогда этот... Если вы нашевелим сегодня этот, все, то, наверное, к вам на хоспу пойдем. Я думаю, вы не против, да, будете? Да нет, да не нет. Против, конечно. А что, кто проводник, он за деньги проводит или так? Да неважно. Если не найдем проводника, сами пойдем. Я понял. Сейчас, грубо говоря... сказать, где взять пистолет под этот патрон? Не советую. Не советую, да. Лучше, почему? Если будешь давать военным, отдай им патроны, скажи, нашел, не распаковывай их. Угу. Военные не любят, когда есть патроны на автоматическое оружие. Это запрещено. Почему автоматические? Это не автоматические. Ну, пистолет разве не автоматический? Автоматический. Вот. Пистолеты это на... тоже не считают автоматические. Да, да. Но нам вроде только как, вон да. Тозики разрешены. Вот, самое лучшее наше оружие. И то без нарезных. Есть нарезные еще 12 калибра, их тоже запрещено. Без вот лицензии. Вот на наше спасение. Это не очень эффективное оружие. Ну, да. Хочешь эффективно, плати 100 тысяч за лицензию в месяц и носи автоматическое оружие. Mm-hmm. Ну, либо, если только работать на либо военных, либо ученых, ну, на госструктуру, то тогда лицензия будет в два раза дешевле. И, возможно, то, что ученым еще немножечко рано идти нам. У меня еще есть два эксперимента, которые надо провести здесь. Mm. Я понял тебя. Ну, смотрите. Хорошо. Ладно, мужики, давайте на связи тогда. Пойдем. Давай. Я не включу, я спокойно разговаривал. Дай шляпу померить. Дай померить шляпу. А? Что такое? Дай померишь. Дарю тебе шляпу, одевай. Блин, у меня все прошло, прикинь. Да ничего, блядь. Теперь я шляпа. Ты грибочек, ты грибок. Тебя как зовут-то вообще? Как люди называют? Я Данил меня зовут, Данил. Данил. Данилка. Данилка водички. Зови меня Данилка. Данилка водички, иди попей. Сказал, на, держи. И все. Не-не-не, я видел, как этот мужик с какого-то трупа ее снял. Что не опа! Опа! Ты что за тебя тираешь? Слышь, ты кого, блядь, балабол назвал нахуй? А чё ты пиздишь-то, блядь? Чё-то, блядь, куртку спиздил, блядь, ещё что-то нахуй оправдывается. Что ты начинаешь? Вот слышь, ты, блядь, не быкуй на него? Так он сам, а что он начинает врать? Блядь, а зачем кого ты врать? Ты врёшь. Ты чё врёшь себе? Это ты там что-то ты начинаешь. Хрена себе, это чё у тебя такое? Ты два шага отошлюша. Кабасос. Успокойтесь, все, ты тоже успокойся, уберите оружие. Ты где, братан, надыбал такое? Да. Ой, блядь. Ты дебил, блядь, с ума оружие сошел. Запацано. Ты дебил, ладно, блядь. Ладно, все. Иди пристрелись нахуй за деревню. Я тут до ранения недавно, блядь, бежал, ты, короче. Блядь, по сторонам. Ты, блядь, нахуй ты вообще уебанулся, блядь. Рот свой, блядь, закрой. Посмотри на себя, блядь. Воняет, блядь, со рта у тебя. Че воняет? Да ты нахуй говно изо рта. Где это я был? Там мост высоко так находится. Там дорога такая длинная. Ты, может, нахуй пойдешь уже, ебанат. Ты слышишь, попуск ебучий. Съебись нахуй отсюда. Давай, блядь, попизди в другом месте, блядь.
Пошел отсюда нахуй. Это было дня два назад. Я, короче, пока реабилитируюсь тут в деревне. Да ты заебал, блядь, давай, давай нахуй попробуй ширинку расстегнуть, хуйсос ебаный. У тебя да, член да, нахуй нет. Увидите, а со свободой как вообще общаетесь? Ты, блядь, может, ты уйдешь уже, блядь? Ты заебал возвращаться нахуй, блядь. По кругу не ходит, проходит, блядь. В ту сторону. Видал, блядь? Блять, в жопу все его засунь, блядь, прокрути, а потом нахуй оближи. Да я вижу, ты уже, блядь, профессионал по этим делам. Так, блядь, я просто знаю, что ты так делаешь, блядь, постоянно, нахуй. А, да. Приходишь, блядь, всем рассказываешь, блядь. А ты докажи, блядь. Или ты чё, балабол тебе слова на ветер блядь? Кидать? Да, ты, блядь, ты попуск, нахуй, а это ты все, блядь, балабол знаешь, нахуй. Слова, слова на ветер кидать? Или ты баба? Хули, блядь, я балабол, да ты нет, докажи, я тебе блядь, правду что говорю, этот палец блядь. Себе в сраку. Хули мне тебе что-то доказывать, блядь? Да потому да, что, да, нахуй, балабол, это все знаю, блядь. Да ты балабол, говоримый, блядь, попущенный, нахуй. Понял, блядь? Схуяли я попущенный, блядь. А ты же, нахуй, себе палец в жопу хуяли, то, что ты доказать не можешь, блядь. Слова на ветер кидаешь. Да я тебе все, нахуй, доказал, блядь. А слова на ветер кто кидает? Кто слова на ветер так кидает? Так ты, блядь, нахуй, балаболы, потому что ты пиздишь, блядь. Балаболы, блядь, петухи такие, как ты и твой дружок, блядь, шляпа. Ебать ты нахуй парень за себя, бля, постоянно. Псина, бля, я бля, да ладно, бля, иди, на землю, он ее подбирает, блядь, псина Галина. Я хотеть провести эксперимент, когда будет бежать на вас маленький собака, я бросить ей кусок мяса, посмотреть на ее реакцию. Я понял тебя. Ты думаешь, она этот с меня на мясо переключится? Ну, это надо проверить, это у меня есть такой теории. У тебя кусок мяса есть, дать тебе? У меня есть. Ну-ка. Это вы бросить гайка? Да, да, это я бросить гайка. Ржавый гайка, да? Да, 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 самая ржавая гайка, который был. Очень интересный. Я вам говорил, что меня ограбить, я сюда приехать вместе с своим оборудованием, лично собрать его. Нет, ты не рассказывал, что тебя ограбили. Так. Я видеть дым. Да это тот самый, наверное, дым, по которому мы уже с тобой бежали. Кто-то здесь шёл. Вот как бы это не следы какие-то. Сейчас дойдем, там приманка. Братан, я не знаю откуда, но у меня почему-то кувалда за спиной. Я что, кувалду купил, что ли? Да вот, есть кувалда. Я видеть ваш кувалда. Зачем мне кувалда? Ну пусть будет. Блин, лучше б топорик купил. Как так-то? Так. Вы видели, он бежать и кусать мясо. Это очень хорошо. Это... Моя теория подтвердилась, я думаю, это ценная информация. Так, у меня перчатки, походу, заруинились. Так, волка 4 шкуры. А мясо вообще очень плохое. Это ты мне перчатки скинул, да? Да, я вам сбросил там. Заруинились? Они не очень хорошие. Посмотрите на них внимательно, я не знаю. О, не, у меня лучше были. Значит, еще не сильно заруинились. Забирай перчатки обратно. Так, а кости продаются, не знаю, что это. Да, там этот, он покупает и кости, и мясо. Так, сейчас второго разделаем, что нам прислал сегодня. Да.
Мне, пожалуйста, сделайте образец хороший. Я новым ножиком режу специально. Так, что это? Нету образец. Так, сейчас мы костей собираем. Ну ладно, что, нету, давай искать дальше. Ты перчатки я забрал? Я так понимать, мы им можем бросать мясо, то есть я им могу бросать мясо. Вы сосредотачиваться. Сзади кабанчик, маленький кабанчик. Погодите, не стреляйте. Погодите, не стреляйте, пожалуйста. Иди, кабанчик, иди. Ага. Да, кабанчик. Вы видите? Придется убить кабанчик. Вы видели, да? Да, он прям это... На мясо вообще кидается, это обалденно. Тебе нужно кидать, отвлекать мясо, а я буду их расстреливать. Слушай... Нет, это просто обозначает, что их не обязательно как бы убивать, что ли. Так, тебе изучать тоже здесь ничего нету. У вас плохой нож? Нет, нож очень хороший. Я в следующий раз попробую разрезать кабанчик. 81%. Где-то есть еще мясо? Я взять с собой мясо. Ну-ка, а на жир не будет он реагировать? Где он? Собаки. Можете ее стрелять. Пробую разделывать. Может, ты аккуратно. У меня плохой. У меня есть скальпель. На, я тебе новый ножик дам. Я дайте попробую взять образец. Вот у меня есть скальпель. Давай. Этот скальп я нашел в черный дым. Ага. Не удалось взять образец, купить ей шкура. Так. И мне как-то плохо, по-моему, это из-за черный дым. Так, может нам отойти от черного дыма? Да, я думаю, да, потому что мне плохо стать совсем. Воды надо попить воды. Попей воды, говорят, проходит. Я вас охранять, как ни странно. Мы же с тобой команда, мы должны помогать друг другу. Так. Добрый день. Добрый день, хозяева. Добрый вечер, добрый ночь. Добрый. Меня Добрый зовут. Это мой друг эстонец. Он ученый. Я его сопровождаю. Мы прибыли 2 дня назад в зону. А нам, значит, сталкера местные в деревне сказали, что вы нам можете починить... Погоди. Ну-ка, сначала что-то сухо. Я понял. Добрый меня зовут. Да руку-то опусти. Добрый меня, значит, зовут. Это мой друг эстонец. Паганель зовут его. Угу. Это, слушаю. Значит, ребята там... В деревне сталкера сказали, что вы нам можете за небольшую сумму денег починить оружие для охоты. Так, ну, в принципе, как бы да, но у нас, видишь, сейчас это
Техника у нас нету здесь. Спит пока что. Заработался, устал. Как техник будет, а техник у нас, как мы же слышали его, зовут здесь травник как такой, да? Пока нет, не слышали еще. Ну вот, в общем вот, это наш как бы техник, ребят, ну сейчас пока спит. Разбудить пока не можем. Я понял, понял, устал человек. Понятно, а так вообще ну, чем занят? Если можно подождать здесь до утра. Да-да-да, вот справа гостиничный домик, можете там переждать. Да, спасибо, мы будем ждать. Может он проснется. Ворота закрывай. Коллега, я просить вас сделать огонь. Да, конечно. Так, ну ребят, вот здесь костерчик, сообразите, да, если вам нужен так сильно. Сообразим, сообразим. Приборы-то есть чем нарубить у вас? Да, найдем. Я думаю, найдем. Ну все, тогда хорошо. Хорошо. А, Тупак, Тупак. Я извиняюсь. Да. У нас тут проблемка возникла у нашего товара, у моего товарища, у эстонца. Ботинки прохудились. У вас нельзя купить будет ботиночек. Ща, погоди. Пробуйте есть. Сейчас я воды попью сначала. Вдруг что, потом скажете, что был плохой вода? Да слушай, как-то привычка у меня идет. Сначала надо воды попить, потом кушать. Люди многие сначала едят, потом пьют воду. Мужики, во, пятисоточка. Я понял, сейчас. Всё в размер. Так, у меня вот одной бумажкой. Мне вас благодарить. Да не за что, какое благодарство. Сейчас походи, сдачу принесу. Размен дома там лежит. Я понял, понял. Здравствуйте. Да не, нормально. Может у меня приятель хочет покушать, спросите. Кушать хочешь? А 100 грамм будете, нет, мужики? О, 100 грамм, 100 грамм. Вот, про это... Здорово. Ну давайте, что ли, так за знакомство. А где взять оружие, под такой попал? Угощайтесь. Что там у тебя? Слушай, я это такой, блять, нелегкая эта ноша. Ой, блять, ну потянем дубинушку. Аж потнулось что-то. Давно я таких... Давай-давай, закрой, а то вот это, псы бегают. Блядь. Что-то третья, походу, лишняя была. Наверное, просто пивом не запил. Да. Наверное, было пивом лучше запивать, чем водой. Братишка, да пошли мы дальше. Спасибо за гостеприимство тебе. Придем червячки, когда будут. И, ну, там ваш механик подойдет, там посмотрит потом наш. Да, не проблема. Ну да, но он был ученый, понимаешь, там за зоной. Вот вместе мы вчера с ним прибыли. Мы с ним знакомы, как бы в Москве познакомились. Ну, дела у нас там были.
Я тогда там музей, так сказать, редкие вещи там с Египта, со всяких таскал. Он изучал их и, ну, помогал так, направлял в какую сторону нести их, так скажем. Вот. Как-то так. Я бы очень хотел поизучать эти аномалии. У меня есть один теорий. Да, что это у тебя там за теории, только каких только нету уже. Ты, по-моему, на траву посмотришь, уже теории появляются. Трава здесь тоже необычная. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Снимите маску, иначе и весь лицо ваш будет грязным. Ученый, ты уже давай какую-то пилюлю, мне это невыносимо. Нет, вы... Юля еще горькую дал. Вы блюете не из-за того, что... чихаете, правда? Вы можете пукать, когда чихаете, но не блевать. Типа всегда проверять этот автомобиль, как будто он новый. Когда-то у меня была такая машина. Да, вон она. Я видеть кабанчик. Иди сюда, сзади, отходи. Давай. О, красиво ты. Да. Да, блин, эстонец, ты постоянно вот спиной стоишь к нему. Да, запах ужасный. Да, получился? Запах вообще пиздец. Вы взять мой образец? Ты образец верни, пожалуйста, ученому. Нет, что это такое? Какому ученому? Какой? Вот этому. Кого? Какой образец? Молодой человек, зачем молодой вы забрали наш образец? Зачем ты взял образец? Я ничего не забирал. Мы ничего не брали. Нет, ты взял его. Я видел. Бля, что ты меня лапаешь? Да это по-любому старый взял. Слышишь, старый, нахрена ты стырил? Да ничего я не... Верни образец, говорю. Взялись, нас выстрелили. Слышь, крадун, верни образец. Какой я крадун? Чё я тебе сделал? Ты только что взял украл, образец. Украл, по-любому. Давай, ничего возвращай. Ничего я не украл. Возвращай давай. Кого возвращай? Образец, кого который возвращ... ты взял. Никого я не брал. Мужик, ты меня с кем-то путаешь. Нет, давай ты я что-то возьму попутал. И проверю его пипирку. Это вы бросать? Да, это я бросил. Вы меня хотите пугать, я понимаю. Я бы хотел изучить вот эта дорога, сколько сможем мы пройти без радиации. Пошли, сходим, конечно. Бежать с той стороны. Ой-ой-ой-ой-ой. Непонятные кошки. Вот она. Так, кошки. Кошки спрятаться в доме. Просить вас, чтобы вы сделать мне образец. Я предлагать вам побегать. Тренируйте нога. Не жалейте ботинка. Жирок сгоняем, да? Чем больше мы бегать, тем лучше мы бегать.
И можешь не пойти мимо этой машины. Может это капот тебе уже оторвать, сделать санки из него? Ага. Там военный, что ли? Нелегалы все у костра построились. Уходим. А мы что нелегалы-то с тобой? Это мы для них все равно такое? Нелегалы. Ну, что, куда побежал? Давай к остальным, быстро. Да иду, иду, иду я. Живой, блядь. Что здесь произошло? Костру а давай двигай. Двигай костру. Взять. Вообще. Аккуратно. Давай, давай. Здравствуй. Одну ручку вверх поднял костру и нападай. Встал к костру. Так точно, давай быстрее. Все к костру. Стоять, не двигаться, все. Стойте на месте. Что здесь произошло, узнай. Так, нелегалы, что здесь случилось? Что здесь кто-то произошло, может... блядь? Мы короче, вообще только кто-то... пришли. Давайте я расскажу. Давайте я расскажу. Ой, только таблеточку можете дать, что-то поплохело. В общем, короче, тут ребята двое ругались. Не знаю, что они поделили. Поругались. К водопою спустились. Двое друг друга практически моментально, считайте, пулями обменялись. Ну и, видимо, кто-то из ребят еще тоже шуганулся, тоже шмалять начал. Я чисто с вами уронился. Я еще раз повторяю, двое ребят друг друга масолинами обменялись. Остальные, видимо, кто-то еще шуганулись и тоже палить начали. Как есть, говорю. Я вот друга откачиваю, мне уже к нему вернуться надо, пока он не отъехал совсем. Кто такой? Что за друг? Да вон лежит тело вон. Кто такой? Еще раз спрашиваю тебя. Я Серый. Позывной друга. Серый. А, его не знаю. Мы с ним недавно пересеклись, мы с ним одну вылазку прошли. Он пока еще не говорил. Так, нелегал интересует, боец. Можно повязка. Пойду откачивать? Иди откачивай. Интересует. Опять, что, повязки. Видели кого-нибудь как? Такого? На глазе повязка у него, блядь. Не видел. Нет. Не встречал. Не встречали. Не вчера чем занимались? Рыбу ловили. Вчера. Я только вот сегодня пришел. Я тоже. Понятно. Почему на КПП не пришли, не зарегистрировались? Мы приходили. Я Пашка Тыква. Позывной. А, тыква, понял. А еще? Паша, тыква, Миша. А они что? А эти кто такие? Я добрый. Мандарины. Добрый. Я вчера зарегистрировался. А это свободно. Информация вам нужна? Товарищи военные, можно вас на полминутки? Отходим, подойди.